прогнозировали онкологию. Сейчас батянька на капельницах, прошел все обследования. Вот это новый объект. Я, как вам обещал, что где с чем новым буду сталкиваться, буду вам показывать. Это минималка. 2400, 2300 ты сможешь зарабатывать. Да, и много ребят там интересуются по работе, по всем остальным моментам. Что похудел, что за фитнес там и тому подобное. Ну вот, короче, фитнес начинается с 6 утра. Сейчас мы делаем вот такую вот установку. Вот это мы ставили все. Крепежи. А вот, вот эта крыша уже установлена тоже нами. Это ребята, кто интересуется по работе. И много комментариев писали, сколько платят. Ну, тут нашему брату не платят много. По одной из первых причин — незнание языка. Языков, будем так говорить, потому что он тут не один, их как минимум 2-3, а то и 4. Но самое малое, что ты заработаешь, это компания никакая не будет нарушать закон. Это минималка. 2400, 2300 ты сможешь зарабатывать. Да, работа тяжелая, вы сами видите, что вес уходит, не надо никакого фитнеса. Но на это и у меня есть причины. Есть семья, есть ребеночек, которому хочется дать все, чего где-то не было у меня, чтобы был достаток во всем, даже в это тяжелое время. Плюс мы не пользуемся социальными какими-то благами, не сидим на шее у государства. Зарабатываем сами. Вот это новый объект. Я, как вам обещал, что где с чем новым буду сталкиваться, буду вам показывать, говорить. Ну, а много кто интересуется, тут легкой работы точно нет. Но если сравнивать, то эта работа полегче, чем демонтаж. Сейчас в Люксембурге каникулы идут строительные. Я неделю побыл на каникулах. Так время быстро пролетело. Ну и появилась возможность поработать во время каникул. У этой компании есть разрешение на работу. Поэтому как-то так. Сейчас вот тут вот достелят крышу. Мы будем тоже опять устанавливать. Привезут проводку. И потом уже будем устанавливать панели солнечные. Так что как-то так. Это кому было интересно. А прежде чем где-то осуждать, что-то говорить. Или там наговаривать. Вы пройдите сами этот путь, останьтесь при своих хотя бы руках и ногах, и потом что-то квакайте. Поэтому желаю, чтобы у вас были руки, ноги целые, и вы могли всегда заработать хотя бы таким путем. Так что вот как-то так, ребята. То, что обещал, стараюсь делать, исполнять. Если что-то не так, не обессудьте. А плюс еще к фитнесу. Тут идут спа, ванны солнечные. Так что под конец рабочего дня ты шушкварочка становишься. Ну, это когда солнце, бывает и дождь, так что
И при такой погоде приходится работать. Так что как-то так. Работы легкой не бывает. Каждая работа несет какие-то затраты физические, психологические, моральные. Так что как-то так, ребята. Всех приветствую, подписчиков, всех здравых людей у себя на канале. Так как я говорил, сразу следом видео, пару слов вам скажу, что не выходит часто видео сейчас. На это есть причины. У меня заболел папа очень сильно. Куча диагнозов понаходили у него. Сейчас лечение, врачи, короче. Куча моментов таких, что не до этого, честно говоря. Не до съемок каких-то. Нет желания, я думаю, поймет меня каждый. Когда у тебя переживания, ты думаешь об этом, а по большому счету сделать особо ничего не можешь. В силах только где-то что-то сделать Господь Бог. Хочу поблагодарить всех людей, которые помогали, которые не забывают. Трудную минуту помогли, церковь очень сильно помогла, приехали, поддержали. Сейчас батянька на капельницах, прошел все обследования, слава Богу, что те диагнозы не подтвердились, которые говорили, потому что батя напрогнозировали онкологию. Слава Богу, что ее нету, чтобы ее не было. Но как бы там оно ни было, старость за собой тянет шлейф разных хронических заболеваний, от которых никуда не денешься, если ты уже доживаешь до таких годов. Батянчику 75 лет. Как бы там оно ни было, я посчитал нужным вам об этом сказать, так что вы не обессудьте меня, мне там особо не до веселья, там не до приколов, но в ближайшее время постараюсь вам что-то подзаснять, да и в голову не лезет ничего на самом-то деле. Ну то такое. Желаю всем всего самого хорошего, берегите родных, близких, чтобы у вас всегда была полная чаша в доме взаимопонимания. И родные были здоровы. Это самое главное. Это дорогого стоит. Берегите здоровье с молоду. И, конечно же, берегите своих родных, потому что это самое дорогое, самое бесценное в жизни. И вот вам покажу просторы Люксембурга. Вон, видите, дымок идет. Это атомная станция в Франции работает. Она находится на границе с Люксембургом. Вон там. Не трубы, а вот там дымок на горизонте. Ну такая тут красотища. Это новая часть города Люксембурга. Очень красиво. Тут много красивых парков. Все ухожено. Бомба. И вон самолетики. Аэродром. Застраивается сейчас Люксембург. Так что милости просим, кто хочет влить бабосики, заезжайте. Есть хорошее место, знаю, где прикопать, потом можем собрать урожай. Как в Буратино.